Всем привет. Всем привет. Это снова мы. Мы еще во Владимире. Да, мы немножко здесь остановились, да. Наблюдаем, изучаем город, рассматриваем, думаем. Да. А сейчас мы поднялись на самый верх куда-то. Здесь сейчас находится Успенский собор. Видите? Знаменитый. Самая такая смотровая площадка на весь Владимир. Угу. Покажи там. Да, здесь вот. Это мы поняли, монастырь. Да. Монастырь. Теперь. Вот, а вот в этом храме сейчас Марина расскажет. Да, пойдем. Посмотрите, это кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. Выдающийся памятник белокаменного зодчества до Монгольской Руси. До возвышения Москвы он был главным храмом Владимира Суздальской Руси. В нем даже венчались на великое княжение Владимирские и Московские князья. А еще он уникален тем, что в этом храме это единственное место, где сохранились подлинные, документально подтвержденные фрески Андрея Рублева. Включен, естественно, список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Издалека он тоже красивый, но когда ближе подходишь, вообще, мне кажется, там сумасшедший. Да, сейчас попробуем туда сходить. Во Владимире прям зима, ребята. Хотя зима, гололед. 6. Гололед, дороги не чищены, снега немного, но плохо работают. Дети у нас вышли, то есть мы живем в красивом комплексе современном, и площадки все, тротуарчики почищены, а детская площадка вот так вот в снегу, не чистили ни разу. Ладно, тоже так город красивый. Сейчас пойдем посмотрим. Вот подошли мы к самому храму, с часовней, с такой пикой. Смотрите как. Успенский собор, город Владимир, часть вторая, да? Да. Сейчас попробуем зайти в сам собор. Красивый, конечно. Прям не знаю, как передать. Такие фресочки. Конечно, очень ранимо, что все в таком состоянии. Угу. Вот, это получается 17 век, А изначально указано, что даже первая постройка началась в 12 даже веке, при Андрее Боголюбском. Вот, потому что хотя бы отштукатурить и покрасить. Да. Да. Ну ладно, отходите с дороги. Ну просто завораживает, конечно, дух. Единственное, что очень прискорбно, что в таком состоянии снаружи. Здесь как раз вот наша прям российская, христианская прям такая вера. Ворота какие, смотрите. Даже после Гданьского мне охота сказать вау. Да? Марин, где-то здесь фрески Андрея Рублева. Внутри она сказала здесь. Смотрите, как. Слушай, все-таки мне кажется, здесь снимали этот Гардемарина вперед. А здесь лежат останки же, да, получается? Кровь вот. Сейчас я дальше пройду. Здесь находятся мощи святых благоверных князей Андрея Боголюбского, Глеба Владимировского, Георгия Всеволодова.
Частица мощей святого благоверного князя Александра Невского. Мощи святой благоверной княгини Агафьи Всеволодовны с семейством священномученика Митрофана. Мощи святителей Симона, Серапиона, Максима. И иконы Божьей Матери Владимирская, Боголюбская и Максимовская. Вот такие здесь иконы. Красиво, конечно. Очень впечатление, конечно, мы как верующие люди сильно такие. Энергетика, конечно, очень хорошая. Люди добрые, все подсказывают, какая икона, что с ней происходило, какие, для чего события. Единственное, что я скажу, мы все-таки как жили в России, так и будем жить. Вот самая богатейшая страна, а у нас с вами нету ничего. Смотрите, вот памятники архитектуры. 12 век, да? Все просто разваливается. Если честно, не знаю, к чему катимся с вами в жизни и что останется нашим предкам. Потомкам. Нашим детям. Просто это сейчас разваливается, через 100 лет это будет развалины этого храма, и будут проводить туда экскурсии. Причем это действующий храм, он передан Москотом и Епархии, и это исторический памятник, он под охраной ЮНЕСКО, в таком состоянии. Денег нет. Немножко грустно. Нам, говорит, государство ничего не выделяет, а как тогда поймем? Продолжаем разговор. Вот. Так что очень классно, очень здорово, очень красивый город, очень старинный. Он даже, видишь, написано «банк» с этим, с твердым знаком. А, банк, да, ворот твердый, как раньше писали, да. Покупечество. В общем, такие города, мне кажется, они должны быть все-таки прям лицом страны, наверное, да? Князь Владимир, вот. Нам понравилось, все здорово. Всем добра. Всем пока. Золотые ворота. Ребятки, это как раз золотые ворота, видимо. От них начинается Московская улица. Скорее всего, через них был это самое проезд. Да, проезд город главный был, да. И дальше по Московской улице она приводит как раз к Успенскому собору. Класс. Красотень. Слушайте, такой город, вот прям вот, блин, история пахнет, как вот в Иркутске были, да? Да. Прям чувствуется прям какая-то вот русская какая-то вот. В то же время... Одни соборы. Какие-то здания старые, да? В то же время посмотри, центральные проспекты очень широкие, да? Много новостроек. И город такой динамичный. Я думаю, вот мы сегодня с Сашей разговаривали, что здесь, наверное, посуточно даже выгоднее сдавать. Потому что... Очень большое движение. Кто-то в Москву едет по каким-то делам, за товаром, по работе. Кто-то из Москвы едет, просто путешественники. Ну, честно, это самое, судя по вот какому-то менталитету, я скажу, что вот эта близость Москвы, она все равно сказывается на людях. Да. С одной стороны, знаете, вот все, кого мы не встречаем, люди очень хочется поговорить. Вот они такие же, как дальневосточники. Они все спросишь только, как пройти, и они сразу начинают дальше вопросы задавать. Ну, чуть-чуть привыкли к тому, что их пытаются всегда кто-то кинуть. Обмануть, да. И поэтому... из-за того, что они не хотят, чтобы это с ними происходило. Они... Начинают на тебя морально давить. Я говорю, сложно путешествовать по России. Это не в Польше, когда тебе оставляют... Сейчас нам перезвонила наш риэлтор, который сдает нам на аренду квартиру. И как-то мы прям должны были быстренько пойти и закинуть ей. Побежать, да. Найдем банкомат. Мы же продлили, да. С утра нас пытались нам поднять цену за те же самые апартаменты. Что завтра будет еще уже 6 тысяч. А сдавали в объявлении по 2400 начали. Нам сдали за 2700. А утром проснулись, думали, сейчас мы за 2400 продлим. Продлим. Раз они, кажется, да, уже 3. Уже 3,5. Да. А завтра будет 6. Да. Сошлись на старой цене, поэтому остались. Домой, дочь, едем сейчас. В квартиру. Да.
Поэтому вот немножко неприятный осадочек, потому что в той же Польше оставят тебе и ключи, и апартаменты даже не закрытыми. И если ты продлишь проживание, то тогда тебе просто скажут, ну положите там 100 злотых в ящик, и все, и идите, и ключи тогда.